Салютон, карай камрадо, минномас камрадо атомный, кай хадяу, лернас ни эсперантон пер лету, рету лерну нет. Се ви волес лерни алья плана лингво номата котава, ви повас трансири алля канало де мия спектанто элеганта вампиро. Ли кутиме скрибас месажойн суб мия видеой, до ви повас види кай трансири ай лия канало хелп ви лин традуки ля котава лингвон кай пароли прийти тио лингво кай лерни. Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный, и мы продолжаем изучать эсперанто при помощи сайта Learn.net. И что хочу сегодня сказать, что если вас интересуют другие изобретенные языки в качестве язык Катава, то вы можете перейти на канал YouTube моего зрителя Элеганта Вампиро. Он обычно пишет сообщения под видео, поэтому вы можете прямо взять, нажать на его ник внизу под видео и перейти к нему на видеоканал. Да? Соответственно, это посмотреть, у него есть такие краткие обзорчики других плановых. Ну, это как бы знакомство такое легкое. Там все-таки не обзор, а вот знакомство. Он просто смотрит, что этот язык представляет из себя, что это, что ему нравится, что не нравится, высказывает свои мнения. И он очень фанатеет, по крайней мере сейчас, от языка Катава. Собственно, он старается каким-то образом продвигать этот язык. И надеюсь, все-таки у него появятся хорошие обучающие материалы по языку Катава. Мне самому будет интересно посмотреть, как он устроен, вот, и какие там правила. А в остальном, пожалуйста, переходите, смотрите. Ну, а мы продолжаем изучать эсперанто. И у нас история. Ви эстес читие. Вы здесь. Как всегда, вы можете включить вот озвучку, а я буду читать и озвучивать. Филиппо альвенис эн антверпено ля дудек триан де юлио. Уну тагон пли фруэ оль луньо. Значит, Филипп прибыл в Антверпен 23 июля за день до луньи. Ли ирис унуэ аля туризма информейо пор пети информон киэль трови сиан хотелён. Он пошел сперва в туристическую информационную справку, чтобы запросить информацию, где найти гостиницу. Дата ля дудек трия де юлио. Дата 23 июля. Сено туризма информейо эн ля центра стациодому де Антверпено. Справочная на центральной станции Антверпена. ЖД станции, скорее всего. Дуюнулионой лаборас эн ля информейо, сед эстас вицо антау или. Ля пордо мальфермиджас кай Филиппо эн ирас. Ли портас вализон кай дорс сусакон. Две девушки работают в справочной, но там есть очередь. Дверь открывается, заходит Филипп, и он снимает, и он несет свой рюкзак Дорс Сакон. Мы же вроде это проходили. Ну ладно, повторение, как говорится, мать учения. Повторение у нас. Рео эстас ля патрино де лернажо. До ми реас тиучи сценон. Филиппо атендас челяфино де левицо. Ли деметас сиан дорс сусакон, кай метас джин сур ля планкон. Финфине ли тровас син коменце де левицо. Филипп ждет в конце очереди, он снимает свой рюкзак и бросает его на пол, а он пол пробивает, потому что в рюкзаке там нигири, а машина времени. Вот так вот. А она тяжелая. Как он вообще на спине понес. Представляете, металлический шкаф на спине носить. И переносил как-то мебель, вот, обычные шкафы из дерева. Ух, это была жесть. Вдвоем еле-еле справлялись, да.
А что такое стальной шкаф? Сейф попробуйте. А мы сейф переносили, действительно. Вот вспоминаю, у меня в первые курсы, первый-второй курс, начиналась такая традиция была. Я опаздывал на первое занятие, и деканы направляли меня переносить мебель. Вот, и на втором курсе было этот, что нужно было перенести сейф, металлический сейф. Мы вчетвером его тяжелейшим образом пытались перенести. А тут стальной шкаф в рюкзаке, который не рвется, и он несет одной рукой. Ага, да, ты просто... У него какие-то нанотехнологии, там, я не знаю, какие-то нанороботами усиленные мышцы или еще что-то, где-то модификация какая-то, но это точно не человеческие способности. Finfine li trovas sin commence de la vizo. В конце концов, он нашел себя в начале очереди. Юнулино, нидерландлингве, по-нидерландски, говорит по-иностранному. Бонантагон, добрый день. Кельми по вас хельпивин. Чем могу вам помочь? Филиппо англолингве. Филипп по-английски. Пардону, мине паролес ля нидерландан. Чуви паролес ля англан. Слышь ты, я не знаю каких-то там ваших языков. Все должны знать английский и базарить только на английском. Потому что у нас свобода слова и свобода культур. Поэтому... Сучка, говори по-английски. Вот, собственно, что он сказал. Юнулино, девушка, англолингве, перешла на английский язык. Yes, kell me po vas helpivin. Да, мистер, я преклоняюсь перед вами. Я целую ваши ботинки. Чем могу вам помочь? Филиппо, mi serchas la hotelon centro. Я ищу гостиницу центр, ну хоть не девочка. Кель ми по вас атингиджин, где могу найти его? Почему про гостиницу девочка я сказал? А я прохожу на канале игрушку по программированию Else Heartbreak, и там гостиница называется девочка. Странное название, вот, ну как-то так. Юнулино, значит, девушка. Пренас мапон кай монтрас джин аля Филиппо. Берет карту и показывает Филиппу. Вистес чите стультулю. А вы вот здесь, дебил. Ши индикас ля джустан пунктон сур ля мапо пер круцето. В общем, она руцями показывает точечку на карте. Хотелю центро эстас энапуда страто суфичи проксима. Гостиница центра находится на соседней улице, очень близко, просто невероятно близко. Кстати, по-моему, в Антверпене есть гостиница, которая расположена прямо возле вокзала. То есть вот вокзал, выходишь, и сразу же гостиница. Очень удобно. «Щи де зегнас этан сирклен сур ля мапон». Она нарисовала идеальный кружочек на карте и высчитала его радиус. «Элирие эля чефа эль ирейо деля стацио домо тям маршу ректе антауэн. Щи секвас ля войону сур ля мапо пер скрибилю. Джис вивенос аля плацо конингин астрид пляйн». Да-да-да, я это помню, читаю. Это дебильное название. «Выходи из главного входа станции, и тогда маршируй направо». Вот так. Раз-два правой, раз-два правой, раз-два, 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 три. Секвас. И она показывает маршрут по карте при помощи карандаша, ну или ручки, да. Пока вы, в общем, маршируйте, пока вы не придете к дворцу какой-то королевы Астрид Пляйн. Ну, как-то вообще странно называется. В общем, королевы Астрид. А там вы сдадите, примите смену, станете на пост и будете стоять в почетном карауле. Плюиру проксимуме квиндек метроин джис вивенос аля трафик люмой. Да, продолжайте, иди дальше приблизительно 50 метров, пока вы не подойдете к светофору.
Тие турну виан вин мальдекстрен эн ля стратона анессен страт кай маршу джис ля фино. А там вы повернете налево и продолжите ать два и типа маршировать по анессен страт, пока не дойдете до конца. В общем, вы должны домаршироваться. Как-то так. Трансиру де кай серляй кай дауригу сур ля мальдекстра тротуару джис ля хотелю. Перейдите кайзерлей и продолжайте идти по левой улице, пока не придете к гостинице, да? Вот так оно все. Филиппо пренес ля мапон. Филиппо берет карту, не платя за нее. Данкон, спасибо. И ворует ее, и уходит. Вот тут нехороший Филипп. Филиппо сурмета сиана дорсо сакон кун эль спиро. Филиппо поднял одним пальчиком свой рюкзак с сейфом, прямо с выдохом, да. Лия дорсо сако эстас мальгранда сэджи эстас трепеза. Его рюкзак очень маленький, но очень тяжелый. Джиэн хаваста темпо машинон. В нем машина времени. Эблес мальграндиги ля темпо машинон кай иги джин мальвидеблас, энеблас мальпезиги джин. В общем, возможно уменьшить машину времени и сделать ее невидимой, но нельзя ее облегчить. А он бы мог облегчить. Мог бы, если бы хотел. Просто взял бы материалы будущего. Они более легкие, там, наверное, на какой-то пеносталь. Интересные есть пеноматериалы, вот, которые очень легкие и при этом прочные. И, конечно, создавать из них здание очень интересно даже. Вот. И какие у них возможности. Так, переходим. Си! Си и сия – особенные местоимения третьего лица, которые нужно использовать в определенных случаях вместо обычных местоимений третьего лица. Вот что вот эта фраза, блин, сказала? Знаете, что мне не нравится во многих объяснениях, особенно псевдонаучных? Они используют какие-то слишком заумные слова, из которых нихера не понять. Вот си или сия, то есть это местоимение, направленное на самого себя. Да, в принципе так. И смотрите, что тут написано. Особое местоимение третьего лица. Что значит особое местоимение третьего лица? О чем это? Которое нужно использовать в определенных случаях. Что значит в определенных случаях? Это вообще бессмысленное предложение. Оно не дает никаких знаний полезных. Тут только поумничать можно. Си – это особое место третьего лица. Вы теперь поняли? Это вам помогло знать эсперанто? Наверное, очень помогло общаться, да, вот это? И в определенных случаях используется. Не просто, что за определенные случаи, блин, никто не может объяснить, да? Абсолютно дебильное предложение, блин, удалить его и замечательно, блин, только лучше получится. Си может быть единственным или множественным лицом в зависимости от того, что оно представляет. Си не показывает половую принадлежность. Си – это направленность на самого себя. То есть человек, который делает, ну, воздействует сам на себя. У нас не, ну, у нас есть падежи для этого. Вот я моюсь, ты моешься. То есть по окончанию глагола можно узнать, на кого направлено действие. А у большинства романских языков нету такой конструкции, и они используют специальное местоимение, которое обозначает, что действие направлено на самого пользователя, ну, на самого человека. И оно вот си в эсперанто называется, да? Или множественным. Ну, на самом деле, мне вот множественное число. Зачем? То есть си, оно остается множественное число, да? Почему не си множественное число? Потому что и это все-таки универсальное правило, да? Часто бывает, что подлежащее появляется также и в другой роли в предложении. Если подлежащее ми, ни или ви, то просто повторяет то же самое местоимение. Ми ля вас мин. Я умываюсь. То есть я мою сам себя. Умываю сам себя. Второе ми является тем же самым лицом. Ми видас миан фротон. Я вижу своего брата.
Ми и миа относятся к одному и тому же лицу. Ни лявас нин, мы умываемся, умываем сами себя. Ни видас ни айн фратоин, мы видим наших братьев. Ни видас вин, ви видас вин, ты умываешь себя. Ви видас ви айн фратоин, ты видишь ваших братьев. Но на самом деле, снова, вот ни, зачем это ни? Ни мий лавас миин. Все, множественное число просто, все проще становится. Но если подлежащее является третьим лицом, не говорящим не адресатом, нужно использовать си для другой роли, которую играет местоимение в предложении. Это если ты сам на себя объект делаешь, ты себя моешь, ты себя там гладишь, ты себя хвалишь, что еще можно с собой делать. Не буду, это неприлично. Вот, все этим занимаются, но это неприлично, вот поэтому не будем об этом говорить. Но вы же приличные люди, никто не понял, о чем я, да? Никто не понял. Понятно. Так, значит, смотрите, все просто. То есть, когда мы направляем действие на самого себя, мы добавляем мимин. Почему нету, вот нельзя, допустим, сказать, когда она моет she lavas shin? Потому что в третьем лице она может мыть кого-то другого. Вот если me lavas min, то ну только себя min переводится только как сам себя мою. Я мою и себя. Ви ля вас вин. Это тоже ты моешь себя, ну не ты моешь тебя. Нельзя кого-то еще другого помыть, да? Поэтому в этом случае вот таким образом используется. Но на самом деле я бы универсировал вот это местоимение, чтобы проще было, что когда действие направлено на само на себя, то всегда используется син. Всегда си и син используется. Ми ля вас син, ви ля вас син. Знаете, почему так? Потому что проще такое правило понять. Чем проще, тем лучше. Знаете, как будь проще, и люди к тебе потянутся. Но нахера мне нужно, чтобы ко мне тянулись люди, да? А вот эсперанто нужно, чтобы к эсперанто тянулись люди. Вот, she lavas shin. Она моет ее. Одна женщина моет другую женщину. Я бы на это посмотрел. Uno ino, lavas alia ino. Kai mi volas vidite on. Tio estas tre interesa situacio por mi. Au por vi? Да, she lavas shin. Она, вот видите, вот здесь смотрите, she lavas shin, да, это можно понять, что она моет ее, то есть она одна женщина моет другую женщину. Ситуация очень классная, жалко, что здесь не снабдили картинкой, просто это было бы наглядней и понятней. Вот. А вот she lavas shin, она моет себя, то есть одна женщина моет собственное тело. Я бы на это тоже посмотрел. Мне интересно, а вы бы посмотрели? Щи и син показывают одно и то же лицо. Она и ну, сама себя показывает одно и то же лицо. Что она делает там? Девушки не только моют себя в ванне, они еще с собой кое-что делают. Весьма приятное. Вот, но снова такие. Мы люди приличные. Возможно, она там песенку себе читает, поет, хвалит как-то себя, да? Никаких пошлостей. Ну, мы приличные же люди, да? She vidas sian patroninon. Она видит ее мать. Одна женщина видит мать другой женщины. She vidas sian patrinon. Она видит свою мать. Ну, точно так же было ми ля вас син, да? Просто потому что слово такое местоимение было бы удобней. Оно получилось бы лучше. Щивида сиан патринун. Ля вирино серчас сиан филион. Женщина ищет ее сына. Женщина ищет сына другой женщины. Ладно. Без вопросов. То есть они друг друга помыли, две женщины. А потом одна женщина пошла искать сына другой женщины. Наверное, то, чтобы помыть. Ля вирино серчас сиан филон. Женщина ищет своего сына. Вот. Ли ля вас лин. Он моет его. А вот я против такого. Вот это уже плохо. Это уже плохо. Не, ну может кто-то и может так делать. Но мы не будем об этом говорить. Да? Не нравится это. А лив лавас син. Он моет себя. Наверное, здесь отщепятка.
Лива левый. То есть есть не мальдекстра, а есть лива левый. Понятно. Джи лавас джин. Он моет его. То есть одно животное моет другое животное. Ну, существо, больше так, существо моет другое существо. Джи лавас син. Одно животное моет собственное тело. Ля хундо людас персия пилько. Собака играет со своим мячом. Или лавас илин. Они моют их. Одна группа людей или живых моют другую группу. Когда я был в сауне с натуристами, то именно так и происходило. Это были забавные моменты. Или лявас син. Они моют себя. Одна группа моет собственные тела. Или и син. Одна и та же группа. Ля наджинтои не тровас сиайн вестажоин. Пловцы не находят свою одежду. Ну да. Они не форгесас фасиле сиан унуан амон. Не забывают легко свою первую любовь. Это если есть расстройство психическое, то есть это если есть невроз или истерическая реакция какая-то, тогда да. А так вообще, ну, в смысле, а как обычный какой-то случай, да и все. Помнится, допустим, когда вы в первый раз возбудились, вы же не запомнили эту ситуацию, да? Или когда вы что-то еще первый раз сделали, тоже ж не запомнили, когда это было, что это был за день, что это был за случай, что вам так понравилось, вот, вас вдохновило. Вот, соответственно, ну, это, когда все обычно, то не обращают на это внимания. Вот. Эстрас тре вармес для ду Филиппой сентас аграблян маль варметон энсиай плястай вестой. Было очень жарко, но два Филиппа чувствовали приятную прохладу в своих пластиковых одеждах. Ну вот сиай, да. Множественное число все-таки используется. Да. Субсиай плястай вестой чиуй эстас нудай. Под своими пластиковыми одеждами все были голыми. Блин, это клёво, это клёво. Блин, я вспоминаю, как я пошёл на обычный пляж, жил в какое-то время, перед домом было озеро. Ну, обычно улицы, да, бывают там с площадками разными, там с, для сушилками белья и прочее, прочее. А там, где я жил, там не было этого всего, зато было озеро, и вокруг него можно было ходить и бегать в том числе. И вот там, ну, пляжик есть, да. Соответственно, я ходил на тот пляж, и там был небольшой пятачок, где я стал раздеваться, то есть полностью обнаженным, загорать. Забавно, что там стали появляться потом тоже люди, которые тоже стали, и девушки, и парни, которые тоже стали загорать нагишом. Прикольно так было начать такую моду. Это прикольные моменты, воспоминания такие. Или Дирас Иона аль сия патрино. Он сказал что-то своей матери. Готовь мне кушать, мамаша. Либо Даурас кэли не деметис сиан кальсонон. Он сожалел, что не снял свои штаны, потому что, ну, девушка как бы не поняла, что хочет сделать с ней в штанах, когда она раздета. Самый кель чиуй аляй хумой киуй ирас сэмэнэм брас ля увью. Ага, в общем, он сожалел, что не снял свои трусы и не размахивал своими причандалями, как все обычные люди в будущем. Поэтому, ну, нормально. Вот. Ля ду Филиппое ригардас черкау си кун интересо. Филипп рассматривал всех вокруг с большим интересом. А, два Филиппа. Ля ду Филиппое, да-да-да. Два Филиппа рассматривали всех с большим интересом. Ну, они стояли, вот, и просто рассматривали всех. Ничего такого. Ну, да, и Елена им так понравилась. Не потому, что она была голая, не-не-не. А потому, что высокие, духовные там какие-то отношения. Вот что-то, а не потому, что у нее там классные сиськи, да.
Все высокоморально. Почему? Сексуальность тоже высокая моральная, настолько же, как и другие вещи. Но просто большинство людей притворяются, что там есть какие-то высокие мотивы, типа стихи вместе почитать, поговорить о каких-то высоких материях. Когда на самом деле хотят секса, вот, и вместо того, чтобы признать это, не считаю, в европейской дебильной культуре к сексуальным отношениям относятся как к чему-то преступному, к чему-то низкому и такому. Вот в азиатских, например, культурах, там есть поклонение члену, девушки там сосут леденцы в виде членов в праздники соответствующие, а мужчины поклоняются женскому лону, да, еще йони его называют. Вот, если поматами, то пизде, да, поклоняются. И, соответственно, тоже есть конфетки, все эти, можно полизать конфетку в форме лона, вот, в такие дни. И на удивление, что индусов, что, получается, азиатов, их большое количество. Больше, чем европейцев, потому что они с уважением относятся к сексу. У индусов вообще отношение к сексу как к чему-то священному и святому. Вот как к молитве. Представляете, отношение к сексу, к сексу самое правильное, что это как к молитве, как к самому желаемому и крутой, и хорошей вещи. Что если занимаешься сексом, то это правильно, это хорошо, это богоугодно. Насколько это отличается от извращенства, которое есть в Европейском Союзе? И вообще в европейской культуре. И лицемерие. Вот, допустим, даже здесь это проявляется, потому что здесь тема секса вообще не поднимается. Она подразумевается, ну вот голые люди, да, но при этом их не показывают. Так, или Дирас, и он Алясе Патрино. Он сказал что-то своей матери, да? Ага. Брасля Ли, да-да-да, это я уже Ляду Филиппо Ригардас. Щи рапиде пренас экранетон Эльсия Сако кай эк легас. Она быстро взяла экран из своей сумки и стала читать. Знаете, что еще прикольно с девушками вот было, со всеми вот этими саунами, нудистскими пляжами? А у каждого человека есть недостатки свои, ну и вообще нудизм чем клёв. А у каждого человека есть свои недостатки, в том числе, когда мы разденемся и обнаженными будем. И вот после нудистского пляжа, во-первых, там культурнее все происходит, чем люди культурнее себя ведут, чем обычные озабоченные люди, которые ходят в одеждах и считают всех остальных извращенцами, хотя это на самом деле они сами о себе вот думают. Это из психологии, если смотреть. То есть это проекция тех черт, которые обычные люди не принимают в себе, на кого-то другого. Вот. Большинство людей не признают, что извращенцы озабочены. Вот. А нудисты, они гораздо более культурные в этом плане. Но было интересно увидеть и привыкнуть к тому, что несмотря на недостатки, которые есть у меня, вот, и, да и у любого человека, я все равно интересен девушкам. Вот. И были моменты, весьма приятные моменты, когда ловил женские взгляды на моем члене. Вот, это классно было. Они слегка смущались, потому что, ну, типа, не принято, хотя им интересно посмотреть, вот, как и нам интересно на голых женщин посмотреть, на их грудь, на их лоно, лобок там. А вот, поэтому интересный такой опыт был и приятно, конечно. И это было намного эффективнее в плане преодоления комплексов в отношении, чем любая психологическая какая-то там сессия, связанная с проработкой психотравмы в отношениях, женско-мужских отношениях. Потому что, когда просто говорят, это одно. Знаете, много кто говорит и на самом деле врут. А вот когда происходят действия, и можно заметить, что действительно интересует девушек, это совсем по-другому. И это гораздо эффективней. И гораздо быстрее прорабатывает какие-то комплексы, которые есть. Поэтому клево. Вот. И снова-таки, это было, даже вот они ее смотрели, но это было культурно.
То есть никто не высовывал языка, не пытался подергать, да, не ржал, не смеялся, там, не начинал как-то рассказывать, ой, то-то-то, пиписька там, или еще что-то такое, писюн, вот. Нет. Ну, было интересно, посмотрели, вот, классно, вот, что это, тоже смотрел, вот, интересно было. И все. И гораздо спокойнее относишься после этого к разным отношениям, нету каких-то там, ой, покажи, а покажи, все это уже видел, много раз видел, вот, поэтому более спокойно ко всему относишься. Классно. Рекомендую всем тоже присоединяться к нудистскому движению, сходить хотя бы раз на нудистские пляжи, попробовать как это. А если вы ходили, напишите в комментариях, каково оно для вас. Филиппо Ригардос Шин Кайши Ригардос Лин. В общем, Филиппо посмотрел на нее, и она посмотрела на него в контексте того, что я рассказывал. Это классно. Ми ирас ля миа чамбро, кай Филиппо ирас альсия чамбро. Я пошел в свою комнату, а Филипп в свою. Ни паролес при ни фамилию. Мы говорим о нашей семье. Ли паролес кун сия амик. Он говорит со своим другом. Ли пренес при... Пенсас при сия вояджо аль германую. Он подумал о своем путешествии в Германию. Ну вот, смотрите, вот это тоже лицемерие. То есть все они здесь должны быть голыми. Но здесь этого не показано. Понимаете? Это лицемерие. Чё стесняться? Дополнительные фразы. Ля бест куратисто раза зачин. В общем, врач стригет на лысо кота. Филиппо вестес чин. Филиппо одевает ее. Это вообще круто. Учитывая, что она в прозрачной одежде, да, вот так укрывает. Еще за сиськи потрогает. Вообще клево. Вот. Трогать девушек за сиськи, это классно. Были прикольные сцены в маршрутках, вот, когда ехал на работу, все это, и еду на работу, вот, держусь за поручни, и девушка заходит и таким образом стоит, что прямо сиськой трется о мою руку. Вот, и такие ситуации были регулярно, вот что это. Было даже, когда девушка, один раз мы ехали вместе, вот она подстроилась так под меня, чтобы одной рукой я ее грудь трогал, а другой, она стояла вот полностью ко мне, получается, задом, да, и прислонялась. А во второй раз она снова пошла, то есть ей понравилось. Забавные моменты, вот, вот так вот. Кстати, если у девушек есть глубокий вырез, вот груди, да, такой глубокий вырез, можете смело смотреть и получать удовольствие. Им понравится. Дополнительные фразы. Филиппо тровес щин коменце де ля вицо. В общем, Филипп обнаружил себя в начале очереди. Филиппо турнес син. Филипп повернулся. Филиппо турнес джин. Филипп повернул его ключ, то есть в данном случае. Какое описание пути правильно? Стацио домо мейер лейстрат. Ви эстас эн ля туриста информео проксимуме де ля стацио домо. Вы рядом с справочной около вокзала. Иру ректе ляу ля страто де касерай. Идите направо по дороге Кассельрай. Ну, здесь неправо. Тут лек иру ля страто Кассельрай джисля. Тут он направо сказал, но направо это сюда повернуть, а здесь вообще тупик. Поэтому надо было налево. И здесь уже ошибка. Хотя ректа это прямо, да? Прямо. Ректа это прямо. Ага, не, ректа это не направо. Декста, я немного неправильно перевел, да? Gis vi venos alla granda stato Frankerlai. Какой-то статуи Frankerlai вы придете. Вот. Ну не знаю, не было там никакой статуи Frankerlai. Ну в общем это неправильно, мальджуста, а вот это джуста правильно. Все. Закончили. Какое описание пути правильно? Ну, это уже в следующем эпизоде. Нурвенко, нурреволюцию, джислеревидо, камарадой.